Верх стола из дуба, а ножки, как мне кажется, должны быть стальными. А для чего это? Это для дома в Фенере. Обустроим там все как полагается. Дуб – хороший вариант. А пол из мальтийского камня. Мне казалось, ты хотел остаться здесь? Я передумал. Джем, что происходит? Когда ты решил? Недавно. Бино, взгляни, Хюлья считает, что дуб не подходит. И вовсе я так не считаю. С чего ты взял? Ты меня совсем запутала. Может быть, вишня? Что скажешь, Бино? Мне кажется, Хюлья Ханым лучше разбирается. Вишня не очень подходит к мальтийскому камню. Тогда почему бы не сделать пол из чего-то другого? Появились очень хорошие материалы. Действительно. Что скажешь, Бино? Займемся этим сложным делом? Простите, я не слушала, о чем вы разговаривали. Ладно, неважно. Мне кажется, мы не закончим в середине зимы. Меняем полы, это значит, установку отопления придется отложить, так как много других работ. Мне тоже так кажется. А летом можно будет кое-что достроить. У меня уже есть мысли. Мы могли бы снести одну стену на кухне и присоединить часть сада. Как считаешь, хорошо получится? Разумеется. Тебе это совсем не интересно, Бино? Нет, интересно, Джем. Но что же будет с акацией, если мы присоединим часть сада к кухне? Акация перед домом, Бино, а не сзади. Да, прости, я все напутала. За домом лимон. Мандарин. Как долго ты планируешь еще быть здесь? А что? У меня тут больше нет дел. Через несколько дней я уезжаю. Тебе тоже пора решать. Пожалуй, я еще останусь. Бино, ты не хочешь ехать, скажи прямо. Мне очень хочется поехать, уверяю тебя. Но я не могу оставить Мелек одну, она еще не выздоровела. Мелек может поехать с нами. Свежий воздух пойдет ей на пользу. Вдруг у Мелек будут осложнения. Не хотелось бы далеко уезжать от врача. Все-таки авария была серьезная. Конечно, ты права. К тому же мама собирается приехать. Если я увезу Мелек, она будет недовольна. Ты же знаешь мою маму. Внутри у нее все кипит, хотя она и старается это скрыть. Ну что, Керем? Бино сказала, что не любит тебя? Нет, Мирт. Хорошо. Правда, и не сказала, что любит. То есть, как это? А вот так, Мирт. Я ничего не понимаю. И что теперь? Ты намерен сдаться? Нет. А что, если Бино уйдет к другому? Вот когда Мелек снимут воротник, и она встанет на ноги, я со спокойной совестью приеду к тебе. Можешь начать заниматься домом, пока меня нет. Ты собирался отложить это до лета, но я тебя знаю. Только не торопись носить кухонную стену. Не надо. Подожди меня. Кроме того, обеденный стол лучше сделать из дуба. И вот что. Я уже выбрала цвет для стены у камина. Мне понравился светло-бежевый. Ты в него влюбишься. Но не начинай красить без меня. Обещаешь? Зачем ты себя заставляешь? Разве ты не видишь, что поступаешь со мной так же, как Керем с тобой? Не понимаю. Ты со мной только из-за того, что Керем влюбился в Шахризад от безысходности. Зачем ты делаешь вид, что меня любишь? Джем, пожалуйста. Ты все еще любишь Керема, я знаю. Но при этом ты со мной. Мне не хочется быть утешителем, который поможет тебе забыть Керема, Бино. Я так не могу. Джем, обидно слышать подобное. Я не ты, Бино. Я никогда никому не скажу, моя жизнь твоя, даже если ты любишь другого человека. Джем, ты меня действительно неправильно понял. Не надо, Бино. Все кончено.